Вилла певицы Софии Ротары в Крыму досталась ей бесплатно, рассказала представитель Ялтинской организации «Русская община Крыма в Ялте» Ирина Алексеева. Здание в неомавританском стиле построено в центре Ялты в 1897 году по проекту Николая Краснова. Там были купальни Руше. После того, как ей передали этот особняк, она его перестроила, почти полностью его снесла, несмотря на то, что это был памятник архитектуры. Открыла там дорогущий отель, хотела его продать в прошлом году более чем за 2,5 миллиарда рублей, сообщила Ирина Алексеева. Здание нужно национализировать, считает крымский сенатор Сергей Цеков. Он обратил внимание на то, что Ротара не один раз демонстрировала свои антироссийские взгляды и не поддержала воссоединение Крыма с Россией. Зампредседатель русской общины Крыма Владимир Рязанов выступил за то, чтобы дом служил жителям полуострова, а не пустовал. Там можно сделать ЗАГС или музыкальную школу. Также русская община Крыма выступила с предложением лишить певицу Софию Ротару звание почетный гражданин Ялты. Напомним, что с 2014 года Ротару не признает Крым частью России. После начала СВО она выступила с поддержкой в адрес ВСУ и оказывает им финансовую помощь. А что вы думаете по поводу национализации огромного особняка Ротару в Крыму? Пишите в комментариях.